Футбольный клуб «Шериф» вышел из карантина и начал подготовку к сезону. С соблюдением всех правил футболисты возобновили командные тренировки. К зимнему составу подключили несколько игроков второй команды. Как сообщила пресс-служба клуба, молодежь «Шерифа» еще в начале года тренировалась под руководством Зорана Зекича. Сейчас желто-черные активно готовятся к старту чемпионата Молдавии. Начало розыгрыша ожидают в конце июня. Плюс надо доиграть кубок, который остановился на стадии полуфиналов. Есть у нашего клуба и еврокубковые планы. Впереди Лига чемпионов. А пока игроки набирают форму и ждут начала всех соревнований.